Ничего себе. Больно же. Фига, у тебя тоже уже 9 уровень. Быстро адаптироваться. Ну это капец, сколько терпеть, блин. Что посла Наталья? Чего? Спасибо. Три сеанса. Как дела? Нормально. Позвоночник немножко болит, а так хорошо. Я надеюсь, что завтра хотя бы я не встану с жуткой болью. Вот на что я надеюсь. А так все хорошо. Я не знаю, я маленький, я текую, как вытерпела. А на всю спину бить? Что там собрался на всю спину бить? Медведя там, я не знаю, какого-нибудь. Что еще? Я была близка. Привет. Так долго. Мне интересно, что этот Коля ей подарил. Ты уже типа записался на сеанс? Он ей несколько вот этих вот машинок отправил розовых. Нет? Ты не видел? Ну нет, скорее всего, ты тоже их не видел, что он ей отправил, потому что затыкал по экрану. Конечно, блядь, эксклюзив. Я видел, но он ей тоже что-то дарил. Одну машину он точно ей подарил, потому что я потом пролистнула вверх и посмотрела. Что, у меня музыка перестала играть. Это волчий гнев. Что ты тут вообще делаешь? Магаданская область. Ты с ее трансляцией или что? Юля, все, стоп, остановись, я пошутила. Thank you.
У тебя там палец, блядь, пиздёшься.